В последнем обновлении в Skyrim Special Edition вышли новые секреты и пасхалки. Друзья, всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Друзья, подписывайтесь в мою группу ВК, где много, очень много Skyrim'а и не только. Подписывайтесь, ссылочка внизу. Ну что ж, для первого секрета вы должны отправиться на Солсхейм, друзья. Именно здесь есть очень крутая фишка. Погнали. Здесь, друзья, находим нечей. И пытаемся... Фух, очень-очень тяжело их уничтожать. Хотя, честно говоря, немножечко жалко. Но, друзья, у них есть желе неча. Это просто невероятный ингредиент. Независимо, что у него, это не важно. Смотрите, мы их собираем и наслаждайтесь этими пейзажами Skyrim Special Edition, друзья. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, так всегда. Так всегда, когда вы падаете с большой-большой высоты просто в смятку. Но, друзья, если во время того, как вы упадете, нажмете меню ингредиенты и съедите именно желе неча на фоне мой сынок Ванюша, для тех, кто не знает, то смотрите. Воу! Вы делаете сальто, юбка ваша поднимается, но вы остаетесь в живых. Это просто нечто! Это просто невероятно! Почему? Почему происходит такой эффект, друзья? Именно желе, друзья. Если, например, что-то другое вы съедите, то вы разобьетесь. Вы разбиваетесь. Вот смотрите, все, 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 все. Но! Я не знаю, я просто залип. Я так делал раз 10. Он так прикольно кувыркался, но он остается в живых. Это невероятно, друзья. Это невероятно. Почему так происходит? Если что, напишите. Едем дальше. Друзья, отправляемся в Айвастед. Здесь, в местной таверне, находим барда. Ага, вот она. Если хочешь послушать музыку, только скажи. Смотрите, друзья, теперь на чем ты играешь? И обратите внимание на ее имя. Линли, звездная песнь. Я играю на лютне. Если хочешь послушать песню, это стоит всего 5 золотых. У нее есть уникальная фраза. Всего 5 золотых, я заплачу вдвое, чтобы послушать твои песни, убеждения. Так мило с твоей стороны. Вот что я тебе скажу. Я сыграю особую песню. Только для тебя. Особую. Бесплатно. Ну, сыграй. Друзья, это пасхалка к Звездным Войнам. Там тоже была такая мелодия. Фанаты узнают. А теперь отправляемся в самую холодную пещеру Скайрима, друзья. Локация под названием Ингвильд. В этой локации очень много призраков женского пола и драургов. Ну, драургов не так уж и много. Если вы начнете читать дневники, то вы поймете, что она принадлежит Арандилу. Это локация вся. И он здесь самый главный. Арандил — редкая сволочь и некромант. Он убивал девушек и как-то поднимал их души и заставлял себе подчиняться, друзья.
А вот и этот гад, друзья. Если вы пойдете сразу на него, то будет нелегко. Нужно будет победить его и его помощников. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как эпично она меня зарезала. А секрет заключается в альтернативном прохождении этого босса. Смотрите, но у вас должно быть прокачана скрытность, друзья. Аккуратно обходим. Обходим его. Кстати, здесь в его покоях. Это получается его кровать, и он даже спит с призраками. Вы посмотрите, тут везде цветы. Чертов извращенец! Вы должны аккуратненько обойти и забрать вот этот камень. Он контролирует всех с помощью этого камня. Убью! Это... Что происходит? Нет! Занят меня! Ни следа. Вот так вот. Духи просто-напросто уничтожают его без проблем. Обалдеть, что в игре есть эти разные варианты. Обожаю Skyrim из-за этого. На самом деле, друзья, Skyrim настолько суров. Настолько суров, что даже бабочки могут вас носить. Друзья, я уже летал на орлах, ну ладно, но бабочка... Простая бабочка может вас переносить. Друзья, ладно там орлы, ладно ледяные привидения, но бабочки, друзья, бабочки могут вас переносить. И не только все. Я так понял, что все летающие существа могут вас вот так вот носить. Светлячок маленький, светится, но без проблем. Поднимает любое тело. И носит. Друзья. Вау! Это просто вау! Маленький секретик. Я не знаю. Баг, секретик. Едем дальше. Локация Аркентамс. Все мы его помним. Здесь мы получаем лук Зефир. Здесь прекрасная Катрия Призрак. И, друзья, я обнаружил очень интересную фичу. Как это мы любим называть? Скайриме, если вы достанете любое оружие и начнете ее бить, вы можете, друзья, очень неплохо прокачать любое оружие, даже магию. Смотрите, вы ее лупите, качаетесь, она вас тоже начинает дамажить, таким образом прокачиваете или легкую, или тяжелую броню, ну то, что на вас одето. Но... Понимаете, в чем фишка? Она вас тоже подамажила, она исчезает. Вы просто-напросто ждете один час, восстанавливаете все, и она, как не бывало, появляется. Все, вы так можете делать бесконечно. Тебе полегчало? Также, если вы играете за мага, вы можете без проблем очень неплохо прокачать магию разрушения. Да, вначале она будет довольно быстро заканчиваться. Можно взять немножечко хилок, самую малость. Но поверьте, со временем вот она исчезла. Вы можете теперь обновиться. И все заново. Магия на фулку. Наша Катрия сейчас появится. И качайтесь, друзья. Ну и последняя на сегодняшний день пасхалка, друзья, находится недалеко от святилища Периайта. Я когда-то здесь вам показывал одну пасхалку, но, друзья, здесь есть еще одна. Очень старенькая, но я ее в видео ни разу не показывал. Друзья, здесь мы можем найти вот такое вот какое-то святилище, лесного эльфа-девушку и кого-то, кто очень громко умер. Разлетелся, кровь везде. Также есть сундук и кое-какие уровневые... Ух ты! Неплохо. Книга иллюзии. Друзья, как видите, тут у нас яд. И вот яд. Еще одно из самых ценных, что вы здесь найдете, это бриллиант. Бриллиант, друзья. Ого! Это, как вы поняли, на Ромео и Джульетту пасхалка. Черт. Вы представляете, какие пасхалки будут в The Elder Scrolls 6?
будет по-любому на Мстителей. Ох, я просто представляю, сейчас, наверное, делается The Elder Scrolls 6 и пилятся эти огромные локации, эти секреты, блин, у меня же голова взрывается. По-любому, скоро все узнаем, друзья. Ну все, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, друзья. Пока.